когда он увидел, что Казань заполнен, на улицах народ. Потом поехали в более мелкие города, везде народ. Поехали в деревню, народ. Все требуют независимости. Тогда ведь он сказал, говорит, берите суверенитет сколько хотите. И потом, когда мы сели за ужин, Ментимер говорит, что будем делать? Я, увидев все это, говорит, не мог другого сказать. Что будем, говорит, делать? Вы же, говорит, не уйдете из России. Я говорю, Борис Николаевич, нам надо находить ответ на запрос людей. И тогда ведущие предприятия остались они за татарство. И это спасло? Конечно. И мы подписали же специальный договор, она имеет экономическую часть. Это спасло, конечно. Он интересный лозунг выдвинул. Давай от простого к сложному. Простые вопросы такие, решены, карандашом на руках. И вот таким путем мы дошли до последней точки, значит, этого договора.